Я, как говорил, по мере наказания, пусть, говорит, с совестью Шабалин сам разбирается, а вот меру наказания я на себя не беру. Пусть, говорит, это останется на решении суда. Вот о чем я и, собственно, передаю, как его человек, которому доверил представлять в суде, его слова, говорят, ни больше, ни меньше. Другого я сказать не могу. Поэтому полагаю, что и прошу суд признать его виновным в краже картин по двум эпизодам, на которых я останавливался. Вот. А меру наказания на усмотрение суда.